Що ж, дорогі друзі, ми повертаємося до студії і продовжуємо уже розмову із ще одними нашими гостями, які вже завітали до студії. Це Анна Ганжел, організатор конкурсу соціальних роликів на тему про прав людини, та Владислав Блінцов, переможець конкурсу соціальних роликів на тему прав людини. Вітаю вас. Дякую, що зранку завітали до нашої студії. Отож, Аня, мабуть, до тебе логічно спочатку, як до організатора. А що за конкурс, що за ініціатива та що за мета взагалі цього конкурсу була? Конкурс короткометражного кино на тему мира и прав человека – это инициатива, которая уже реализовывается в нашем городе второй год подряд. Угу. И действительно, с каждым годом все больше и больше людей присоединяется к этой инициативе, снимают ролики. В прошлом году, после данной инициативы, мы еще провели всеукраинский конкурс, угу. Правда, уже социальной рекламы. Также там являлась одной из тем «Права человека и мир». И уже ребята со всей страны нам также присылали свои работы. Главная цель данного конкурса, чтобы ребята показали свое видение, чтобы показали то, в чем, возможно, нарушаются права человека. Возможно, даже поставили акцент на том, какие права человека должны соблюдаться. И в целом показали, возможно, все проблемы, которые они видят в данной теме прав и мира. Ну и, конечно же, в первую очередь, это выражение своего мнения, выражение своих эмоций в данной тематике. Уже тоді до Владислава перейду, як до людини, яка брала участь, відповідно. Взагалі, як дізнався про конкурс, хто тебе так сподвиг на участь і взагалі, що за ідею вкладав у свою роботу? Про конкурс узнал через школу, так как в школу приходили оповещания о том, что проходит этот конкурс. Всегда любил снимать всякие фильмы, кино, маленькие видеоролики и подумал, что я должен принять участие. Плюс к этому интересная тема видео «Права человека», в котором можно показать свое мнение. И я решил, что мое мнение достойно быть на этом конкурсе. Взагалі, Аня, багато робіт у цьому році було? Да, более 15 работ нам присылали. В финал попали 11 работ, и уже там распределялись призовые места и приз зрительских симпатий. А приз зрительских симпатий, я так понимаю, претендент на это место, и, скажем так, уже, да, обладатель этого титула, да, сейчас с нами общается. Я предлагаю твою работу сейчас посмотреть, и вообще вот какой-то, может, краткий анонс к этому фильму, к своей работе, потом мы посмотрим сразу, что это и для чего, вот какая вот тема и так далее. Я в своем видео пытался рассказать тему прав человека, о том, что человек, каждый, заслуживает на свободу, образование, свою точку зрения, и я надеюсь, что я раскрыл эту тему в этом видео. Я предлагаю сейчас посмотреть, друзья, что ж, у нас есть зараз можливість переглянути разом с нашими гостями та разом із вами цю відеороботу. Подивимося, а після чого повернемося до студії. Коли загинуть лихі люди в світі, ти виживеш, я точно знаю. Твоя душа в блакитнім цвіті чистіше, ніж всі душі в раю. А раптом, хто прийде за нею, і ти висітимеш на схилі, між небом синім і землею, і руки будуть вже безсилі. Я подарую свою душу, тобі, людині, я віддам, твій спокій більше не порушу, не дам молитися сльозам. Та тільки б ти ходила ногами по сірій кам'яній землі, залізними хай ланцюгами тебе не сковують в петлі. Хай буде твоє тіло вільним, безсмертною твоя душа, і хай видінням мимовільним для тебе стане ці лиха. Thank you.
кожна людина заслуговує на волю, рівність, захист, справедливість, віросповідання, освіту. Приєднуйся до молодіжного руху «Молодь за права людини». Що ж, ми повернулися до студії ось так різко, скажімо так, тому що хочеться обговорити дійсно, Аня, як взагалі проходило голосування, тому що приз глядацьких симпатій, я так розумію, це визначалося відразу вже при перегляді, чи якось голосування було в соціальних мережах ще? Нет, в социальных сетях мы не делали голосование, мы делали голосование в реал-тайм, то есть ребята посмотрели все работы, у каждого участника данного показа была возможность проголосовать, мы раздавали такие листики, на которых были указаны все работы, где каждый человек мог указать свое мнение, поставив галочку возле той работы, которая действительно ему показалась самой достойной. Ну, я думаю, що найголовніше все ж таки нагорода завжди – це те, як сприймає уже глядач твою роботу, і тому приз глядацьких симпатій навіть в моєму розумінні вище, ніж перше місце. Тому що це оцінка вже відповідно так, людей, які просто розуміють, які відповідно доніс, значить, ідею, доніс свої думки. А взагалі текст, який ми чули, чи це авторський, чи у когось ти брав? Чи... Це мій текст, я його сам написав, повністю відео, все моє авторське. Ось так, юні режисери живуть у нас да, в Миколаєві, дійсно, тому що сьогоднішньою темою ми сьогодні говоримо про Ельдара Рязанова, про його фільми. От якраз до теми, скажімо так, можна прив'язати і цей, скажімо так, фестиваль, цей конкурс. А взагалі, які плани на майбутнє ось саме із цим конкурсом? Тому що ти говорила, що це був всеукраїнський у минулому році, а в цьому році всеукраїнський буде тур, чи можна так сказати? Я думаю, да. Этот конкурс – это конкурс короткометражного кино. После этого у нас также в прошлом году последовал еще и конкурс социальной рекламы, который мы проводили совместно с ЧТУ имени Петра Могилы. Назывался он «Твоими очима». Присылали работы со всей страны ребята, там уже тем было гораздо больше. Я думаю, что мы не будем отставать от прошлого года, и в этом году обязательно тоже проведем и данный конкурс. Там уже, соответственно, у ребят и возможностей побольше. В прошлом году мы ребят возили на экскурсию на новый канал благодаря нашим партнерам. Также проводили экскурсию на фильм UA, поэтому я думаю, что в этом году мы тоже будем повышать формат, делать действительно интересные мероприятия для ребят. И, конечно же, нам, как организаторам, всегда очень приятно видеть эти горящие глаза этих ребят, которые приходят, реализовывают себя, реализовывают свои таланты. И, возможно, где-то мы им даем еще дополнительный толчок к тому, чтобы они реализовали себя. Я пропоную зараз зробити іще одну, скажімо так, паузу, відеопаузу в нашій розмові, тому що в нас є ще одна робота, яка називається «Маршрутки». Достатньо така тема наболіла, я так розумію, для миколаївців, тому що з маршрутками в соціальних мережах то взагалі пов'язано багато чого, та й в житті з ними пов'язано чимало. А це робота студентів Миколаївського національного аграрного університету, як я розумію, так? Отож, давайте подивимося, після цього вже прокоментуємо. Що ж, перепрошуємо, певні технічні неполадки, скажімо так, ну нічого, під музику теж добре відкривається рот. Ми тоді поспілкуємося самі про роботу. Маршрутки, взагалі бачимо, соціальна тема. Можливо, щось є аналогічне, що і що за теми було такого формату? Такого формата у нас були теми, касающиеся образування, образовательного процесу. Ребята розкривали також тематику того, що должны быть компромиссы. Кстати, одни из самых лучших работ, которые были признаны жюри, это работа «Первое место», кружок детского телевидения Дворца творчества учащихся. Ребята сняли ролик на тему компромисса, как находить компромисс между собой. Очень интересный ролик. В том плане, что участвовали дети. Дети настолько эмоционально показали, можно сказать, и прочувствовали мы то, что происходит сейчас во всем мире.
потому что зачастую люди, не находя компромисса, идут конфликту, и действительно появляются войны, военное положение, и именно в этом ролике, там, где, можно сказать, все начиналось с каких-то банальных вещей, не поделили игрушку, мы видим ужасные последствия. Поэтому и такие ролики, цепляющие за душу, были представлены на фестивале в этом году. У тебя вот появились, возможно, уже конкурс прошел, как бы, знаешь, такая небольшая эйфория, я думаю, после победы есть. Идеи какие-то новые появились для конкурса, возможно, для всеукраинского уже, который вот, как они обещают, будет. Ну, идеи, конечно, всегда появляются. Голова полна идей. И на украинский, я думаю, сделаю более профессиональное видео. Mm-hmm. Может, попрошу кого-то еще помочь мне, более актерское какое-то, постановку какую-то сделаем. Идей много, сделаем. А тоже социальные темы или что-то вот такое художественное уже? Смотря какая будет тема. Ну, в принципе, я и художественное люблю снимать. А кроме конкурса, для себя вот снимаешь что-то вот свое? Просто для себя, скажем так, в загашник, либо показать просто друзьям, знакомым? Да, у меня есть свой канал YouTube, я поэтому снимаю там. Плюс к этому я снимаю нашим николаевским группам, певцам и певицам клипы. И вот как раз скоро буду снимать несколько клипов. И как раз конкурс мне помог. Вот так. А мы-то думаем, у кого-то клипы брать. А мы тут у некоторых только групп берем. Мы теперь знаем, у кого напрямую брать клипы для вас, дорогие друзья. Друзі, що ж, ми повертаємося до студії, ось так, знову ж таки, різко і раптово. Ані, до тебе тепер запитання, і ще, я думаю, вже так, наостанок. Взагалі, ми знаємо, що ось багато проводиться різних заходів. Що на найближчий час планується? Можливо, з цієї теми, можливо, ні, проанонсувати. Можливо, зараз вже якийсь конкурс готується в голові? Зараз ми готуємо не конкурс, а, можна сказати, таку велику програму. Вже запустили сайт, називається цей сайт «Лучший город Николаев». Ось так. С такой заявочкой на успех. С любовью к родному. С любовью к родному городу. Назвали этот проект именно так, для того, чтобы жители нашего любимого города писали предложения на этот сайт, объединялись в инициативные группы и совместно реализовывали проекты, связанные с благоустройством города, с улучшением качества жизни, с комфортабельностью. Поэтому мы уже хотим немножечко... Свою социальную сеть создать, да? Инициативных... Николаевскую, да, социальную сеть инициативных людей. Поэтому это все можно найти в сети интернет, присоединиться, написать и действительно делать наш город лучше. Еще раз, как называется сайт? Самый лучший город Николаев. Вводите в гугле «Лучший город Николаев» и находите. Я думаю, что легко найдется, потому что лучший город только Николаев. И только о нашем городе, можно так сказать. Действительно, будем надеяться, что инициатива, которая у вас есть, инициатива, которая будет у людей, которые будут заходить на сайт и делать свои предложения, действительно улучшит наш город. Я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли, поделились своими достижениями, успехами. Я думаю, что еще не последний раз встречаемся в эфире. После всеукраинского тура обязательно, после всеукраинского тура конкурса обязательно должны встретиться и пообщаться еще с победителями конкурса. Ну, конечно, хотелось бы посмотреть и показать зрителям работы. Спасибо вам большое.